Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу способ, как скачать Roblox с Microsoft Store для тех, у кого нету Microsoft Store. А перед началом сразу говорю, предупреждаю всех, то, что может быть у кого-то этот способ сработает, может быть нет. Сильно на него не надейтесь, потому что, ну, то есть он не стопроцентный. Вот так могу сказать. И также этот способ работает вроде бы как, если у вас версия Windows выше, чем 1809. То есть, если у вас версия Windows меньше этой версии, то, скорее всего, у вас вообще ничего не получится. Ну, если хотите, ради интереса, можете попробовать сделать. Может быть, все-таки вам поможет этот способ. Значит, смотрите, что нужно делать. Переходите по ссылке в описании в мой телеграм-канал. Дальше копируете вот эту вот ссылку. Потом переходите на этот сайт. Сюда вставляете эту ссылку, которую скопировали. Здесь выбираем... Retail и нажимаем галочку и ждем, пока загрузится. Так, вот загрузилось, и нам нужен самый последний файл, то есть вот этот. Значит, смотрите, что нужно сделать. Нужно нажать правой кнопкой мыши, копировать адрес ссылки, дальше открываем новую вкладку и вставляем сюда эту ссылку. Все, начинается скачивание этого файла, ждем, пока он скачается. Так, все, он скачался довольно быстро. Дальше, смотрите, у вас может возникнуть вопрос, с помощью чего этот файл открывать вообще нужно. Значит, смотрите. Как видите, у меня сейчас вот так вот показывает это все. Мы на него нажимаем правой кнопкой мыши. Так, где тут кнопка «Открыть с помощью»? Вот, нажимаем эту кнопочку. Найти другое приложение на компьютере. Так, стоп, как-то странно получилось. Почему он именно так скачался, непонятно. Вот я вчера скачивал, проверял, у меня нормально он скачался. Давайте еще раз попробуем. Может быть, я что-то не то сделал? Так, вот опять скачивается файл. Но тот же самый, да. Только в прошлый раз у меня по-другому он скачался. Так, сейчас немножко не понимаю. Стопэ. Открыть в новой вкладке. Давайте попробуем. Но это ничего не дает, да? Так, что-то непонятно. Открыть ссылку в новом окне. Давайте попробуем. Так, вот мы ее открыли. Enter нажимаем. Опять скачивается файл и тот же самый. Так, сейчас, секунду. Разберусь быстренько. Не, ну я делал все то же самое, как и вам показал изначально. То есть копировать адрес ссылки и вставляете ее потом в новую вкладку. Только почему-то сейчас он как-то не сработал. Странно. Короче, смотрите, у вас должно скачаться вот это вот приложение, либо пакет, не знаю, как он правильно называется. Дальше, если у вас нету с помощью чего его открыть, то есть вы нажимаете кнопочку... Открыть с помощью, и вы должны выбрать установщик приложения. Вот у вас должно вот это вот быть. Вы нажимаете ОК. Открывается с помощью этого установщика. И как видите, появляется вот такое окошко, где есть кнопочка установить. То есть мы нажимаем установить. И ждем, пока Roblox установится. Если что, я его заранее с Microsoft Store у себя удалил. Сейчас посмотрим, скачается он у меня или нет. Так, все отлично, он установился. И как видите, он сразу сам открывается. То есть у меня все получилось. Но все-таки, возможно, у меня получилось из-за того, что уже есть Microsoft Store. То есть насчет этого я точно не знаю. Так что пробуйте. Возможно, у кого-то получится, у кого-то нет. Но вот почему вот так вот скачивалось, я не понимаю. Хотя должно было нормально скачиваться. Ну давайте, допустим, вот этот я посмотрю, как он скачается, так же или нет. Да, он почему-то так же скачивается. Только непонятно почему. А если его просто открыть? А тут тоже дает выбор, с помощью чего открывать. Короче, что-то непонятно немножко. Ладно, короче, пробуйте, пишите комментарии. Если вдруг у вас что-то будет не получаться, пишите в комментарии,
под этой записью, то, что у вас не получилось, я по возможности попробую все сообщения прочитать, ну, все комментарии, и ответить, помочь чем-то, если смогу чем-то помочь. Короче, как-то так. В принципе, наверное, буду заканчивать. Кому понравился видеоролик, можете поставить лайк, подписаться на канал. С вами, как всегда, был Избан. Всем удачи и пока.